Я знаю, что ты мне думаешь, можешь мне этого не показывать. Сали, ты видишь меня? Слабо меня поймать, ты лошара. Окей, подпись, вы готовы увидеть лицо Сали Фишера. Сали Фейс без маски, смотрите. Чё твори, бро, меня зовут Серджио Олизи, бро, сразу же, просто сразу же бери подписаться на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Лучше бади на ютубе, ведь при дреме Суприм Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, а я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм Банде. Лучше бади на ютубе, между прочим. Эй, банда, сегодня снимаю продолжение прошлого видео, когда я звонил Сали Фейс. Да, банда, такая реально было, я реально позвонил Сали Фишеру, я реально ему задал несколько вопросов. А вопросы, банда, мои были такие, или правда то, что игра создана на реальных событиях? На что Сали Фишер ответил, что да, игра реально создана на реальных событиях. То есть получается, что Сали Фишер сейчас мертвый. И это правда. Потому что в прошлом видео Сали Фейс каким-то образом взял и пихнул мой стульчик. Мой стульчик просто упал. А после того, как я у него спросил, ли это он сказал, что да. Я все еще не укладывается в голове, потому что мы реально взяли дозвонить настоящему Сали Фишеру. Господи, это просто жесть. И сегодня, банда, я пытаюсь договориться с Сали Фишером, чтобы он пришел ко мне в мир и снял свою маску. Я не знаю, ли у нас это получится, но было бы неплохо. Окей, банда, тем временем на часах 3:21, 3 часа ночи и 21 минута. В принципе, самое время написать Сали Фишеру. Кстати, номер Сали Фишера я купил в Даркнете. Там было целых 15 номеров, которые я купил. И один из них оказался от Сали Фейс. Настоящий номер Сали Фейс из того мира. Я все еще в шоке, банда, окей. Окей, банда, давайте напишем Сали Фейс первому. Посмотрим, что он нам ответит. Сали, ты здесь? Начнем с этого. Не знаю, ли мы это нравится, но мы начнем с этого. Наверное, будет доволен того, что я с ним не поздороваюсь, но, блин, мы хотя бы ему написали первые. Тем более для призрака или же демона, я думаю, этого будет вполне достаточно. Я всегда здесь. Вот что нам ответил Сали. Окей, это очень странный ответ, банда. Прям очень-очень сильно странный. Я всегда здесь. Как это вообще понимать? Получается, что он постоянно в онлайне или что? Так, окей, давайте мне спросить насчет моего предложения, чтобы он телепортнулся к нам в мир. Сали, так как насчет моего предложения? Не знаю, что на это ответит. Но было бы, банда, неплохо, чтобы он согласился телепортнуться ко мне в мир. Хотя в прошлом видео он наотрез отказывался это делать. Я не сниму маску. Вот что нам ответил Сали. Он не понял нашего вопроса. Я понимаю, ну а что про то, что телепортироваться в наш мир? Давайте ему не спросим напрямую. Окей, банда, почему-то Сали нам не отвечает. Сали? Сали, ты здесь? Ау! Окей, ничего не происходит, как-то очень странно. Просто вот так вот оборвалась наша связь с Сали Фейс, смотрите. И Сали Фейс вдруг резко перестал отвечать. Это как-то странно, банда, наверное, что-то случилось. Он мне звонит, банда. Такого раньше никогда не было. Я сам ему звонил, в смысле? Что мне делать? Нужно взять трубку. Окей, ладно, банда, значит, я беру трубку. Раз, два, три. Окей, нажимаю. Сали? Сали, это ты? Сали, привет, я рад тебя видеть. Как твои дела? Ты неправильно понял мое предложение, Сали. Сали, я спрашивал тебя, ты то мне против ли ты телепортнулся в мой мир, чтобы пообщаться со мной, чтобы я тебя увидел вживую. Ты не против? Ты телепортнулся ко мне в мир, Сали? Да? Ты реально это сделаешь? Это будет для меня огромной честь, Сали, если ты против всякого меня в мире покажешься. Это просто интересно. Но, Сали, как насчет того, чтобы ты все-таки снял свою маску? Может быть, ты все-таки снимешь свою маску? Я думаю, всем будет интересно. Пожалуйста, давай ты согласишься, Сали. Что? Нет? Блин, Саня, окей, прости, что я тебя опять там спрашиваю. Я знаю, ты против был этого, прости меня, честно. Я прошу прощения у тебя, ты слышишь или нет? Если тебе меня слышно? Что? Я же попросил прощения, Сали. Что? Я убью тебя. В смысле, Сали? Как это понимать? Что? О чем ты вообще, Сали? Как ты меня убьешь? Он просто выбросил трубку, банда, это просто жесть! Черт, Сали! Алло, Сали! Он просто отключился! Банда, как это понимать? В смысле? Что значит я тебя убью? В смысле, банда? Сали Фейс в прошлом видео был обычный парень, очень хороший парень. Он отвечал на мои вопросы в этом видео, как будто переклинило. Он сказал, что он меня убьет, но он согласился, что он телепортируется. Черт, у меня уже паранойя. Я слышу, как будто кто-то ходит в коридоре. Черт, банда, это просто жесть. Господи, мне не укладывается в голове. Сали Фейс сказал, что он меня убьет. В смысле? О чем это вообще? Он же хороший парень, со мной нормально общался. Почему это вдруг ему захотелось меня убить? Все. Я вам клянусь, я слышу, как будто там кто-то ходит. Сали? Сали, это ты? Блин, банда. Я реально слышу, как будто кто-то ходит в коридоре. Это уже не смешно, потому что только что Сали Фейс сказал, что он меня убьет. А тут вдруг я слышу какие-то шаги в коридоре. Сали, это ты? Сали, это уже не смешно, я же пошутил, я реально не хотел тебя обидеть. Если не хочешь снимать маску, то не снимай. Я ведь на тебя не буду давить, просто, пожалуйста, не убивай меня. Потому что, зная чисто твою биографию, ты реально можешь меня убить. Ладно, окей, я иду туда. Сали, это ты? Сали, если это ты, то это не смешно. Пожалуйста, Сали, не шути так. Эй, кто здесь? Сали? Сали, я пошутил.
Я не хочу, чтобы ты снимал маску, Чейзан, только не убивай меня, пожалуйста. Эй, Салли, ты меня вообще видишь или нет? Салли, эй, дружище, пожалуйста, прошу тебя, умоляю, не убивай меня, честно. Я не хотел, я не хочу, чтобы ты снимал маску, ты мог даже не телепортироваться ко мне в мир. Салли, а зачем тебе нож? А, нет, нет, Салли, Салли, нет, 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 ты не убьешь меня, как все жители апартамента Эдисона. Даже не думай, нет, Салли, уйди, 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 уйди. Салли? Салли, ты еще там? Салли, ты здесь? Эй. Господи. Фокс Супримбад, да его нигде нету, слава богу. Это просто жесть, я в шоке. Салли? Салли, ты где-то здесь? Эй. Салли! О нет, что ты здесь делаешь? Господи, панда! Вы это видели, черт! О, черт, панда, это просто жесть! Господи! Окей, фонарь! Мне нужен фонарь! Это просто жесть, панда! Там реально был Салли Фейс! Он реально хотел меня убить! Я не знаю, что мне делать, панда! Как мне от него теперь избавиться? Окей, панда, это просто жесть! Я реально не знаю, что мне делать Салли Фейс! Зачем? Зачем я его призвал? И зачем? Почему он хочет меня убить? Я заметил, что у него тот нож, которым он убил всех жителей апартамента Эдисона! У него реально тот самый нож! Господи, банда, это просто жесть! Салли, если ты меня слышишь, пожалуйста, уйди отсюда! Мне реально сейчас не до тебя! Я же пошутил, я не хотел тебя призывать! Господи, банда, это просто жесть! Срочно, срочно, банда, нужно что-то придумать, чтобы избавиться от Салли! Я не знаю, что ему от меня нужно! Господи, что нужно Салли Пейс от меня? Зачем ему меня убивать? Банда мне опять звонит! Опять звонит Салли Пейс! Господи, что мне делать, я беру трубку! Салли? Салли! Салли, что тебе от меня нужно? Пожалуйста, уйди, я же пошутил! Господи, Салли, нет, пожалуйста, только не убивай меня! Уйди, я же пошутил! Ты меня слышишь или нет? Что? Зачем ты идешь в мою комнату? Что тебе там нужно? Я знаю, что ты мне дома, можешь мне этого не показывать! Пожалуйста, Салли, уйди! Мне реально сейчас не до тебя! Господи, панда, я не знаю, что ему нужно, мне он показывает мою кнопку! Зачем? Зачем тебе моя кнопка, Салли Бейс? Господи, что тебе от меня нужно? Я сделаю все, что ты хочешь, только уйди от меня, пожалуйста! Что? Нет, меня здесь нету, Салли! Меня здесь, честно, нету! Салли, уйди, пожалуйста, Салли! Пожалуйста, уйди, не ищи меня! Что? Что? Как? Как это произошло, банда? Он только что мне позвонил, он уже только что был. Я отключаю, стоп, скипать. Господи, банда, это просто жесть. Я не знаю, что мне делать с этим Салли Фейс. Он хочет меня реально убить, но за что? Что я ему сделал? Это все из того, что я выложил это видео в YouTube? Зачем? Зачем меня убивать? Господи, банда, я в шоке. Окей, банда, похоже, Салли Крам Салли здесь нету. То есть, получается, я могу спокойно отсюда выйти. Салли, ты здесь, ответь мне! Окей, банда, я открываю дверь. Господи, хоть бы его там не было. Салли? Салли, ты здесь? Салли, пожалуйста, если ты здесь, пожалуйста, не убивай меня! Эй! Эй! Салли? Где он, банда? Я не знаю, где он! Нужно быстро что-то придумать! Окей, банда, знаете что? У меня была просто безбашенная идея, как поймать Салли Фейс! Этот проход в эту комнату мы можем обмотать пищевой пленкой! И после того, банда, как Салли Фейс будет заходить сюда, он врежется в эту пленку и заплутается! И в этот момент смогу его схватить! Окей, банда, нужно это все сделать! Я просто не знаю, как у нас это получится, но нам нужно реально поймать Салли Фейс, чтобы от него избавиться! Окей, банда, я беру пищевую пленку и обматываю все в этой двери! Встретимся с вами через секунду! Надеюсь, за это время Салли Фейс сюда не придет! Окей, Супримбанда, я сделал! Вот так вот оно выглядит. Посмотрите, его почти незаметно. Если кто-то будет быстро вбегать в комнату, то он точно этого не заметит. Это скорее банда выглядит, чем просто пранк, чем мы пытаемся поймать с вами какого-то демона. Окей, банда, несмотря на это, пока я делал это, я два раза видел Салли. Он вышел из кухни, потом вернулся назад, а потом опять сделал то же самое, и все. После этого я его больше не видел, я два раза прятался. Окей, банда, думаю, пришло время звать Салли Фейс. Нужно позвать Салли Фейс и успеть его как-то вырубить. Я не знаю, что сделать дальше. Я готов, банда, не знаю, как вы, но я готов. Салли! Салли, кроме Салли, я здесь! Эй! Салли, ты видишь меня? Слабо меня поймать, ты лошара! А, быстрее, банда! Сдохни! Сдохни! Сдохни, быстрее! Ну, давай, держу! Ну, сдохни! Я это сделал!
сделал, Бонда. Черт, нужно что-то быстро делать. Окей, Бонда, вы не поверите, что я сделал. Я связал Салли Фейс. Посмотрите, я полностью его связал, его ноги и его руки. Мне нужно быстрее действовать, то иначе он уже скоро очнется. Я больше ничего не смогу с ним сделать. Значит, что же я хочу сделать с Салли Фейс? А Бонда, я хочу сделать только одно. Я хочу снять маску Салли Фейс и посмотреть, как же на самом деле выглядит Салли Фишер. Или у него правда там огромные раны. Или он просто прячет свое лицо, потому что он серийный убийца. Вот что мне интересно, Бонда. Именно сейчас, Бонда, вместе с вами будем проверять, как же на самом деле выглядит Салли Фейс. Окей, Бонда, если вы готовы. Поэтому прямо сейчас я буду снимать его маску, его протез. Господи, это просто жесть. Это так страшно выглядит со стороны, Бонда. Вы бы знали. Что же, окей, Суприм, Бонда, здесь вы готовы. Потому что я не очень, мне реально страшно. Окей, я развязываю этот протез. Сейчас просто откроются огромные тайны, Бонда. Вы бы знали, как это волнительно. Окей, я развязал. Так. Окей, Бонда, здесь вы готовы увидеть лицо Салли Фишера. Салли Фейс без маски, смотрите. Черт, что с ним? Господи, Бонда. Что? У него реально там раны. Вы посмотрите, вам видно это, Бонда? Это жесть, у него реально там огромные раны. Салли, надеюсь, он сейчас не очнется. А вы где-то всего лишь молодой парень. На вид ему лет 16, не больше. Господи, он меня хотел убить. Подумай только, Бонда, 16-летний парень меня сейчас хотел убить. Это же жесть. Нет, я не хочу даже туда смотреть, Бонда. Это просто жесть, у меня в голове не укладывается то, что я сейчас вижу. Нужно позвонить Насте, чтобы она пришла скорее, я не знаю, что сделать. Его нужно куда-то спрятать. Нужно быстрее позвонить Насте. Ладно, окей, Бонда, специально для вас. Я немного приоткрою его лицо. Черт, нет, 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 я не могу, Бонда. Это реально жесть. Что? Что это было, Бонда? Вы это слышали? Что? Где? Куда? Куда он делся? Он был только что здесь. Господи, что это значит? Посмотрите. Стойте, здесь остался волос, вот он. Вот они, два волоса, лежит Салли Фейс. Получается, Бонда, что он реально был здесь. Ну куда он делся, Бонда? Я без понятия, что здесь вообще происходит. Блин, только что он здесь был, Салли Фейс. Мы сняли с него маску, а потом куда-то пропал. Я услышал, как будто нам что-то упало. И что, Салли Фейс, а не стало. Господи, что вообще происходит? Окей, Бонда, это просто жесть. Я не знаю, куда делся Салли Фейс. Реально, он был здесь на стульчику. Его больше нет, Салли Фейса больше нет. Бонда, знаете что? Давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков. И я сделаю куклу воду на Салли Фейс. Так что давай, Бандит, опускайся ниже и ставь царский лайк. И тебе это всего лишь 2 секунды, а мне очень приятно, Бандит. Окей, бля, если вдруг ты хочешь быть в моей банде, Суприм банде, в лучшей банде на Ютубе, то всего-то же тебе нужно подписаться на мой канал, Бандит. И ты уже будешь в моей Суприм банде, в лучшей банде на Ютубе, ведь, Бандит, придет время, Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей Суприм банде. В лучшей банде на Ютубе, между прочим. Эй, бро, вот комменты с прошлого видео. Господи, блин, какие они шикарные. Просто идеальные комментарии. В общем-то, Бонда, по традиции обнимаю все комментарии, ведь вы же самая лучшая Суприм Бонда. А, бро, если вдруг ты хочешь посещать видео, чтобы тебя видела вся Суприм Бонда, то есть вот уже тебе нужно, ты нажимай на колокольчик и все, бро. И оставь свой комментарий, лайк, колокол, комменты уже в следующем видео. Это 100% вариант, ведь именно так ко мне попадают в видео. Лайк, колокол, комменты, твой коммент уже в следующем видео. Эй, бро, знаешь, что не забывай про мой инстаграм и ВК, где просто выглядят шикарные фотографии. Еще знаешь что, бро? Оставайся такими шикарными. Пока!